Крутые виражи на скорости для Ивана Котова не страшны. Большой неповоротливый автобус под его управлением превращается в маневренную технику. Колесит по самарским дорогам уже 7 лет. В профессию пришел по стопам отца, продолжил династию. В конкурсах профмастерства участвует каждый год. В прошлый раз стал лучшим, занял первое место. Говорит, это хороший стимул совершенствоваться в вождении. Во-первых, и проверка правил дорожного движения. То есть и вообще, как бы у нас сейчас очень тяжелая дорожная обстановка. То есть тут, можно сказать, миллиметражи вымеряешь. Так что на дороге намного легче после таких конкурсов работать. Водительское мастерство участники демонстрируют на новых автобусах «ЛиАЗ», которые работают на экологически чистом газомоторном топливе. В этом году за звание лучшего борются 12 водителей. В конкурсной программе правила дорожного движения и скоростное маневрирование. Побеждает тот, кто быстрее всех пройдет все виражи и не наберет штрафных баллов. Мы популяризируем профессию водителя автобуса. И также в спортивной борьбе они между собой соревнуясь, то есть у них там получается выброс адреналина, и, соответственно, они стараются показать все свои лучшие качества именно как профессионалы. Водители, которые покажут лучшие результаты на городском конкурсе, будут представлять Самару на областном этапе. Он пройдет 9 и 10 июля на площади Куйбышева. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».